Дорогие друзья, дорогие любители классической музыки, 21 марта – день рождения великого, гениального Иоганна Себастьяна Баха. И я очень рад, что именно в этот день в Пензе откроется первый международный фестиваль «Бах Моцарт Фест». Фестиваль продлится всего 2 дня, и будут 2 концерта. Первый, посвященный музыке Баха, второй – музыке Моцарта. Я посчитал, что для моего первого фестиваля именно эти 2 гениальнейших и моих любимых композитора должны быть представлены на фестивале. В фестивале будут принимать участие мои друзья и партнеры. Пианист мировой величины Андрей Коробейников, один из моих самых любимых партнеров, с которым я очень много играю в последнее время. Блистательные скрипачи Александр Тростянский и Ксения Дубровская, которая приедет на фестиваль из Германии. А также одна из лучших флейтисток России Ирина Стачинская. Программа фестиваля, хоть и займет совсем немного времени, 2 дня, как я уже говорил, но будет невероятно насыщенная. Звучат такие произведения, как фортепианные концерты Баха, скрипичный концерт, двойной концерт, бранденбургский концерт. Будут представлены скрипичный концерт Моцарта, 2 клавирных концерта и знаменитая симфония концертанта для скрипки и альта, где я исполню партию на виолончели, которая будет заменять альт. Мне кажется, программа будет очень насыщенная, и я хотел провести одну небольшую параллель. Я сейчас нахожусь во Франции, в городе Нант, где проходит невероятный фестиваль. Он называется «Конжурне. Безумные дни». За 5 дней в этом городе происходит около 300 концертов. Вдумайтесь в эту цифру. Но начинался он тоже, я уверен, с небольшого количества. Я буду очень рад, если этот фестиваль в Пензе будет началом хорошего, большого, долгого пути. Надо сказать, что это фестиваль такой масштабный и разноплановый. Я хочу сказать, что Копыло на протяжении многих лет ведет большую работу по популяризации классической музыки, по воспитанию у наших слушателей высокого музыкального вкуса, дает возможность им общаться с выдающимися музыкантами, с выдающимися исполнителями, с выдающимися коллективами. И это очень важно, это взаимно обогащает, когда приезжает какой-то дирижер или хороший музыкант, исполнитель. Он и сам несет великолепные зерна прекрасного и обогащает коллектив, с которым работает наш этот коллектив. Тоже считаю, что это просто грандиозное событие для нашего города, потому что в эти 2 дня приедут, наверное, ну просто очень большие звезды классической музыки, и вот такого я лично сам не помню. И когда мои знакомые из других городов узнали, что будет происходить в Пензе, то есть там просто были ах, удивление, как бы нам тоже сюда попасть, потому что действительно зачастую удается привести там по одному человеку, а у нас на 2 дня, ну просто, я говорю, вот и прекрасные виолончелисты, скрипач, флейтистка, то есть Александр Князев еще потрясающий и пианист, поэтому идея была его провести этот фестиваль, и он остановился на 2 композиторах, которые, мне кажется, ну просто ну, эталон для всех. То есть если над каждым композитором можно спорить, насколько он гениальный, талантлив, то Бах и Моцарт, это, мне кажется, знают все.